Добрый день, дорогие друзья, уважаемые зрители, уважаемые педагоги, которые сейчас смотрят нас со всей страны. У кого-то уже, наверное, вечер. Сегодня мы продолжаем нашу серию лекций в рамках фестиваля «История Малой Родины. История Отечества». Совсем недавно прошел у нас всероссийский конкурс краеведов, работающих с молодежью, и по итогам нашего конкурса лучшие лекторы со всей России делятся своими методическими наработками, своим опытом, практиками по работе именно в вопросах преподавания истории Малой Родины, истории регионов. И сегодня мы с вами отправляемся в Ярославскую область. Вместе с нами сегодня Юлия Расимовна. Юлия Расимовна Гильфанова, учитель истории и обществознания Тунашонской средней школы имени Героя России Селезнёва. Я уверена, что наша лекция сегодня пройдет очень интересно. С удовольствием передаю слово Юлии Расимовне. Юлия Расимовна, спасибо вам большое за нашу сегодняшнюю встречу. Я думаю, мы можем начинать. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Здравствуйте, все организаторы. Спасибо большое за предоставленную возможность поделиться опытом работы нашей школы. Спасибо всем организаторам фестиваля, потому что тот уникальный опыт, который мы получаем в это время, общаясь друг с другом, к сожалению, только виртуально, он, конечно же, бесценен. У каждого из нас есть свои плюсы, минусы, свои находки, какие-то достижения, которые, конечно, каждый из нас хочет пополнить копилку этих достижений для того, чтобы улучшить свою работу. Ну, мое выступление, наверное, сложно назвать лекцией. Скорее, я просто поделюсь тем опытом, который накопился в нашей школе, и тем расскажу о своем селе, о своей школе и о том, что мы вместе с ребятами успели сделать за время работы. Ну, вот примерно так. Буду рада, если кому-то пригодится то, что делаем мы, кто-то возьмет на вооружение и наш опыт. Сейчас попробую включить презентацию. И начнем. Так. Ага. Меня видно? Все хорошо. Ярославский район, среднерусская местность. Зеленеют леса, золотятся поля. Он еще не обрел мировую известность, но для нас этот край – дорогая земля. Изучение истории хороши ярославские села Курба, Ивники, Толбухино, Щедрино, Тунышно. В их названиях отразились занятия людей, красота русской природы, качество русской души, слава наших предков. История страны начинается с истории семьи и родного края. Школьными программами по истории России в 6-11 классах предусмотрено изучение истории родного края с древнейших времен до наших дней. А местный материал является неотъемлемой, обязательной частью при изучении отечественной истории. Факты местной истории активно используются на уроках, факультативных занятиях и во внеклассной работе. Краеведение содействует формированию человека, гражданина, воспитанию деятельной любви к родине. У ребят возникает устойчивый интерес. Извините, что-то пошло не так. Сейчас верну немножечко назад. У ребят возникает устойчивый интерес к истории, когда затрагивается личностная тема. Это активизирует мыслительную деятельность учащихся, позволяет разнообразить методику уроков, вносит в преподавание истории конкретность и убедительность. Практика в школе доказывает, что использование краеведческого материала обостряет внимание учащихся к фактам и явлениям окружающей действительности, помогает выработке у них самостоятельного творческого мышления и твердых убеждений. Занимаясь краеведческой работой, мы с ребятами встречались со сторожилами села, работали в архивах и библиотеках. За годы работы в нашей школе, как и во многих других, накоплен богатый материал по истории родного края, который активно используется на уроках и во внеклассной работе. На основе собранного материала и большой поисковой работы был создан школьный музей, который открывает большие возможности для работы с обучающимися. Что такое? Это создает условия для системного, целостного освоения детьми культуры русского народа, воспитывает национальную гордость, формирует навыки проектно-исследовательской деятельности.
В начале учебного года мы с ребятами обязательно проводим беседы с первоклассниками об истории нашей школы, которая недавно отметила свое 150-летие. Рассказываем о подвиге нашего выпускника Александра Селезнева, героя Российской Федерации, бойца Ярославского ОМОН. Александр погиб в 1999 году. Извините, я не ставила на автомат, но вот как-то так пошло быстро. Александр погиб в 1999 году, вызвав огонь на себя в критический момент боя, когда его отряд попал в засаду, и надо было унести с поля боя раненых товарищей. Пожертвовав собой, он спас других. Традиционными стали линейки памяти героя России Селезнева Александра Анатольевича. На эти линейки всегда приезжают бойцы Ярославского ОМОН. И надо видеть, как подтягиваются и замирают ребята, когда видят напротив бойцов Ярославского ОМОН, товарищей Александра, которые помнят его живым, благодаря которым сохранились жизни многих их товарищей. Проходят встречи с ветеранами ОМОН. В данном случае встреча с ответственной за боевую подготовку. Некоторые ребята после этих встреч пошли служить в десантные войска, и некоторые продолжили свою службу в Ярославском ОМОН. Естественно, к юбилею школы был подготовлен и фотоальбом «Азбука Тунашонской школы». Идею подала учитель Красноткарской школы Анжелика Викторовна Вебель. Мы адаптировали эту идею для своей школы. Естественно, на букву А идет азбука, на букву Б – библиотека, на В – выпускники и директора. На разных страничках рассказывается о разных элементах жизни школы. Это музей, мастерская, это те люди, от которых зависит порядок в школе. Естественно, прописываем цель нашей школы, отряды юных полицейских России и юных друзей, друзей-инспекторов дорожного движения. На страницах этого фотоальбома есть сочинения ребят, есть стихи, есть фотографии. И с помощью этого альбома начинается прикосновение к истории школы и к своей малой родине. Естественно, на букву «Т» мы рассказываем о Тунышне, на букву «Р» рассказываем о родине. Уроки истории начинаю с обращения к истории нашего села. Не секрет, что отношение к деревне иногда бывает слегка пренебрежительным. И сами ребята рассуждают примерно так. Ну что у нас тут может быть необычного, важного? А когда объясняем происхождение названия нашего села, выясняется обратное. Предание связывает происхождение названия Тунышны с событиями XIII века, с монголо-татарским нашествием. Когда в 1238 году монголо-татары подошли к реке Великой, был густой туман, и они не рискнули перейти эту реку сразу, а назначили переправу на Ту-Нош. Отсюда якобы и пошло название нашего села. Но есть другая версия, что Тунышна, как и Котрасль, Толга и некоторые другие названия, пришел к нам из языка финно-угорского племени Меря, проживавшего на территории Ярославского края в VI-IX веках. Оказывается, наше село даже чуть-чуть старше Ярославля. Конечно, не столь знаменито, как город, Тунышна упоминается в устюжской летописи XV века в связи с событиями феодальной войны, а Петр Крицкий, рассказывая о создании Ярославской мануфактуры в 1722 году, упоминает о крестьяне из нашего села, который сделал ручную железную мельницу не хуже голландской и втрое дешевле, вследствие чего ярославские мастера получили казенный подряд. Так пробуждается интерес и уважение к родному краю. Еще раз возвращаемся к этим фактам при изучении монголо-татарского нашествия. Знакомимся с судьбой Ярославля в этот период. И это позволяет на конкретных примерах оценить страшные последствия монголо-татарского нашествия, понять причины восстаний, в том числе и событий 1257 года на Туговой горе в Ярославле. Наше село близко от города, поэтому, естественно, все, что происходит в городе, рассматривается как свое, родное. И страницы учебника оживают, когда ребята проходят по улицам родного села и города. Особенно интересным получаются уроки по истории 17 века. Этот период в истории нашего города по праву называют «золотым веком». Изучая в 7 классе события смутного времени, нельзя обойтись без изучения роли Ярославля как временной столицы России. На карте-схеме определяем местоположение Совета всея земли и ополчения.
его маршрут. Знакомимся с памятными местами этого периода, которые есть в городе. Памятник Минину и Пожарскому, часовня Казанской Божьей Матери, Спасо-Преображенский собор, под стенами которого собиралось ополчение и откуда оно двинулось на освобождение Москвы. Стараюсь организовать экскурсию в Ярославль, чтобы ребята побывали на местах великих событий, прошли по тем улицам, по которым в 17 веке шли ополченцы спасать нашу столицу. Для ребят начальной школы была подготовлена инсценировка по событиям 1612 года, также с использованием местного краеведческого материала. Знакомясь с архитектурой Ярославля 17 века, ребята сами готовят виртуальную экскурсию по храмам Ярославля, обращая внимание своих товарищей на особенности ярославской архитектуры. А потом, когда приезжают по Ярославлю, с удовольствием узнают те храмы, о которых сами же и рассказывали. После знакомства с архитектурой Ярославля и видя любовь ярославцев к своему городу, стремление сделать его краше, ребята осознают важность одной из конституционных обязанностей. Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры. Зная элементы убранства ярославских храмов, ребята легко находят их и в храмах своих сел. Тунышны, церковь Рождества Богородицы, в Сапелках это церковь святых Федора, Давида и Константина, в Красном, в селе Красном. Примерно одинаковые элементы декора делают историю села ближе к истории нашей страны. При изучении истории Ярославского края опираюсь на те методические пособия, которые выпущены в нашей области и становятся хорошим подспорьем, настоящими учебниками для изучения краеведения. Это история Ярославского края, очерки по истории Ярославского края с древнейших времен до наших дней. Если первое пособие рассчитано на ребят старшеклассников, то второе можно использовать с шестого класса. Ну а пособие по современной истории нашего края, конечно же, очень хорошо помогают ребятам понять историю 20 века. Большой интерес у ребят вызывают уроки, посвященные реформам 60-х, 70-х годов 19 века. По большому счету, такой сухой, далекий от нас материал оживает, когда ребята узнают, что наши земляки тоже внесли большой вклад в реформу образования, здравоохранения. На слайде вы видите фотографию Якова Степановича Холмогорова, член губернской ученой комиссии, почетный мировой судья, попечитель Тунашонской школы. Он имел хорошую библиотеку и выделял большие средства на нужды школы. Владел большим домом в селе Тунышно. Ну, а фамилия Холмогоров старшему поколению наверняка хорошо знакома в связи с именем Андрея Николаевича Холмогорова, известного математика, академика. И для ребят стало открытием, что свои детские годы будущий великий математик провел именно в Тунышне. Именно здесь он сделал свое первое математическое открытие. Именно здесь учился трудиться, учился выносливости, учился интересу к истории, к математике. На фотографии вы видите будущего великого академика с его тетушкой Варварой Яковлевной Холмогоровой, которая воспитывала его после смерти матери. Дом, к сожалению, не сохранился, но для ребят очень важно знать, что и в их селе были люди, которые прославили нашу страну. Когда мы только начинали собирать материалы о семье Холмогоровых, это подтолкнуло и действия нашего университета по увековечению памяти Холмогорова. Преподаватель ЕГПУ Ребекка Залмановна Гушель приезжала в нашу школу с учениками Холмогорова. Прошла очень интересная встреча, а вскоре в городе одна из новых улиц была названа в честь Андрея Николаевича Холмогорова, который по праву назван уникальным явлением русской культуры, нашим национальным достоянием. Творчество
другого нашего земляка также оказывается для ребят сюрпризом. Исаак Полектович Батюков родился в нашей селе, писал свои первые работы здесь, а впоследствии его работы выставлялись вместе с работами художников общества передвижников. С помощью, изучая творчество Батюкова, ребята понимают и деятельность художников-передвижников, особенности их картин. Ну вот, наиболее известные, яркие работы «Туныш» на 1910 год и «За семейным столом». По этим картинам можно представить себе, как выглядело наше село и как жили наши земляки. На основе исследовательской работы, на основе поисковой работы ребятами были созданы вот такие буклеты, которые рассказывают о творческой династии художников села Туношна. Поскольку в Туношне родился не только Исаак Полектович Батюков, но и человек, которого можно по праву назвать учеником Батюкова, Михаил Александрович Коныгин. Еще мальчишка, он был натурщиком у Батюкова и именно от него получил первые уроки. Еще одной художницей нашего села стала Ольга Александровна Кузнецова, это племянница Коныгина, которая сейчас продолжает свою работу только в Новгороде, но часто приезжает в родное село. Либеральные реформы подтолкнули предприимчивость крестьянства. Раскрыть данный вопрос помогает материал о судьбе предпринимателя Кашина, который, начав с лесной торговли, постепенно обзавелся лесопилкой и сырочным заводом, трактиром и постоялым двором, построил дома, которые долгое время служили украшением нашего села. Этот материал можно использовать и на уроках обществознания, раскрывая тему «На пути к жизненному успеху». Еще одним примером такого успеха стала судьба Михеева Федора Степановича, который, родившись в обычной крестьянской семье, стал строителем мельниц, получал подряды по всей стране и, накопив средства, построил в Туношне большой красивый дом, мимо которого ребята бегают в школу, не подозревая, даже раньше не подозревая о том, кем он построен и какой вклад был внесен его хозяином в историю нашего села. Таким образом, знакомясь с деятельностью Кашина, Михеева, других, ребята осознают, что главным слагаемым успеха в любом деле всегда был труд. Доказательства этого они могут видеть каждый день. Да и рассказы родных о судьбе семьи в 20 веке дают тому множество примеров. Эти рассказы активно используем при изучении всей истории прошлого века. И страницы учебника оживают, сложные вопросы лучше усваиваются. История колхоза, а потом совхоза в нашем селе позволяют раскрыть особенности коллективизации, укрупнения колхозов, соцсоревнования, осуществления программы развития нечерноземья, стимулирования сельских тружеников, позволяют понять значимость добросовестного отношения к труду. В 70-е годы совхоз Туношна был отмечен знаком ВДНХ. Его работники за отличный труд высокими правительственными наградами. Приходя в музей, ребята узнают на фотографиях своих родных и знакомых. Для многих это становится приятным сюрпризом и темой для вечернего разговора со своими родными. А на следующий день ребята с гордостью рассказывают, кем были их бабушки, дедушки и почему они оказались на этих фотографиях. К сожалению, совхоза сейчас уже нет, но остался тепличный комплекс Туношна, который по-прежнему радует ярославцев разнообразием саженцев. Важнейшим событием 20 века называют Великую Отечественную войну. В этом году наша страна отметила 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Поэтому, естественно, больше внимания было уделено именно вопросам изучения Великой Отечественной войны. К сожалению, не имея возможности пообщаться с живыми свидетелями событий того времени, ребята плохо представляют себе все тяготы войны, все величие подвига нашего народа. Поэтому на уроках краеведения в 9 классе на изучение темы «Ярославский край в годы Великой Отечественной» обычно отвожу 5 уроков. Как многие учителя, использую рассказы ветеранов, собранные ранее, информацию музея. Ребятам дается задание подготовить сообщение о своей семье в годы войны. Обращаем внимание на возраст тружеников тыла, на работу, которую они выполняли. Большое внимание уделяю изменению образа жизни людей, чем питались, как одевались, как работали, где жили и как лечились. Часть информации есть в учебнике.
Но когда говорим о ситуации в нашем селе, картина становится более яркой. В первые же дни войны практически все мужчины нашего села, как и везде, ушли на фронт. В каждом доме были размещены летчики, а в доме Михеева расположился штаб полка. И вот такую надпись мы обнаружили на этом доме. Над островом на Волге был сбит немецкий самолет. Пленных привезли в Тулу, что потом переправили в Ярославль. В школе в большом коридоре иногда складывали парашюты. Колхозники сдавали продукты приусадебного хозяйства, оставляли себе самый необходимый минимум. Об этом еще могут рассказать газеты. Вот информация из газеты «Ленинский путь» о работе колхоза «Волушка» в годы Великой Отечественной войны. Вот фотографии, которые хранятся в музее, рассказывают о работе школы. На основе этих фотографий ребята могут видеть и как трудились их сверстники, и как они выглядели, и какую большую помощь они оказывали взрослым, своим старшим товарищам. Об этом также писали в газете «Ленинский путь», о бригадах, о работе, о возрасте учащихся. Все это позволяет прикоснуться к истории, и на основе материалов ребята создают свои исследовательские работы, буклеты и выступают на конференциях. Конечно же, основные события военных лет оживают при знакомстве с подвигами наших земляков. Мы, конечно, не ограничиваемся изучением истории только села Тонышно. Изучаем и подготовку партизанских отрядов на территории края. Маршрут 234-й коммунистической дивизии. Ребята занимаются исследовательской работой, готовят буклеты и презентации. Выступают на уроках и конференциях. Рассказывают о подвигах наших земляков, отвечают на вопросы своих товарищей. Большую помощь оказывают инсценировки фрагментов известных литературных произведений, которые позволяют прочувствовать то далекое время. Из Тунашевского сельсовета не вернулись, ушли на фронт более несколько тысяч человек, не вернулись 524. Танкисты и снайперы, пехотинцы и шоферы. Рассказы об их боевом пути собраны в папку из когорты победителей. В школьном музее хранится книга памяти, посвященная землякам, участникам войны. События Великой Отечественной отражены в экспозиции через историю полка, символы войны, через экспозицию «Наши земляки, участники Великой Отечественной войны». В школе ежегодно проводятся уроки мужества, линейки, посвященные Дню Победы, для подготовки которых используются материалы школьного музея. Естественно, в этом году очень много мероприятий было посвящено Великой Отечественной войне. Это и уроки истории, и тематические экскурсии, различные занятия, акция «Свеча памяти», квест «Символы войны». Ведется большая поисковая исследовательская работа. Деталь пулемета с немецкого самолета, который был сбит в 1942 году над Тунышной, где состоялся бой. Естественно, привлекает внимание вот такой пригласительный билет, показывает о том, что в годы войны действительно очень сложно было. Вот здесь место встречи, место собрания называется «Овраг» на юго-западе от деревни Жеребцова. Ну, а предметы боев позволяют почувствовать дыхание войны и то, с помощью какого оружия воевали наши бойцы. В этом году был обновлен памятник нашим землякам. Рядом с памятником была создана аллея героев Советского Союза, уроженцев Ярославского района. И если имена Федора Ивановича Толбухина и Елены Федоровны Колесовой у всех на слуху, то об остальных, к сожалению, мало знают. Поэтому мы с ребятами решили исправить ситуацию, собрали информацию о героях Советского Союза, уроженцев Ярославского края, для того, чтобы оформить информационные стенды, рассказывающие о подвигах наших героев, и разместить эти стенды перед памятником. Пока еще это сделать не удалось, но материал уже собран, подготовлен, и мы надеемся, что к
9 мая эти стенды нам удастся поставить. Ну, вот так примерно будет выглядеть информация. Для того, чтобы люди, наши земляки, подходя к памятнику, видели не только имена, но знали, какие подвиги совершили уроженцы Ярославского района. Внимание к нашему селу в последние годы связано с трагедией 2011 года, когда при взлете с аэродрома Тунышна разбилась ярославская хоккейная команда «Локомотив». Все жители села, как и вся наша страна, восприняли это событие как свое личное горе. Каждый год 7 сентября проводится линейка памяти. Ребята возлагают цветы к мемориалу, естественно, следят за порядком. В данном случае вы видите работу отряда «Юные полицейские России» вместе с их руководителем. Конечно, для успеха любой работы важна поддержка со стороны и администрации, и коллектива учителей. Вся эта работа, которую мы проводим, стала возможна только благодаря тому, что в школе очень дружный коллектив, и учителя откликаются и на идеи по проведению линейки классных часов, а администрация активно поддерживает работу музея, выделяя необходимые средства для оформления и для организации поисковой работы. Таким образом, через уроки и внеклассную работу идет формирование деятельностного патриотизма. Ребята осознают необходимость оказания помощи ветеранам войны и труда. Активно участвуют в субботниках по благоустройству села и других полезных делах. Краеведческий материал, как наиболее близкий, наглядный и конкретный, способствует более глубокому пониманию общих закономерностей развития общества. А включение краеведческого материала в уроки и внеклассную работу дает возможность глубже уяснить, что история страны – это история людей, корни человека, в истории и традициях своей семьи, своего народа, в прошлом родного края и страны. А труд – основной источник духовного и материального богатства и благополучия человека, условия успешного развития общества. Да, красивое наше село. Здесь живет красота в каждом времени года. Ну а главное – было и будет всегда. Это жизнь и дела трудового народа. Чем силен наш район, чем Россия горда. Спасибо за внимание. На этом я заканчиваю. Спасибо большое, Юлия Расимовна, за нашу сегодняшнюю встречу, за ваш рассказ. Не каждая школа может гордиться 150-летней историей, поэтому я уверена, что действительно есть о чем рассказать. И мой вопрос будет связан как раз с началом вашей лекции. Именно в начале вы упомянули, что перед 1 сентября или 1 сентября школьники проводят такие исторические как бы уроки небольшие, экскурсы для школьников, учеников первого класса. Это очень интересная тема именно в вопросе вот преподавания «Дети детям». Расскажите, как это происходит, то есть разговоры проходят вместе со учениками старшей школы или как это вообще происходит, такая работа? Ну, как в каждой школе, где есть музей, у нас есть совет музея, есть экскурсоводы, которые, каждый из которых отвечает за свою тему, и, естественно, они проводят эти экскурсии. Ну и вот та самая азбука, о которой я говорила, вот, она, естественно, привлекает внимание ребят, и иногда ребята, старшеклассники, используют эту азбуку, рассказывают об истории школы. Эту азбуку могут взять в музее и учителя начальной школы, и точно так же продолжить с ребятами разговор, перелистав вот эти страницы, про которые мы говорили, да, познакомиться и с учителями, и с учениками, и с выпускниками нашей школы. Таким образом проводится вот эта работа. В зависимости от ситуации экскурсии проводят либо ребята-старшеклассники, либо я, либо вот учителя начальной школы. Поэтому еще раз хотелось бы подчеркнуть, что у нас в этом плане очень хорошее взаимодействие. Откликаются практически все. И мы сейчас учимся в новом здании школы. Оно вот буквально в 2017 году мы переехали, наконец, в новое здание, потому что старое было построено еще в начале 20 века, и поэтому сейчас и ребята с гордостью рассказывают о нашей школе, и учителя все, кто, тем более половина коллектива у нас сами выпускники нашей школы, поэтому им есть что рассказать, они вспоминают об учителях, о своих сверстниках и о том, как работала наша школа. То есть экскурсоводами тоже выступают сами ученики. Вот вы сказали, что у музея есть экскурсоводы, это тоже ученики, правильно? Да.
Ну, вот видите, какой удивительный опыт. На самом деле, это очень важное, именно такое вовлечение деятельностное молодежи, вот школьников в такую работу. За это вам хотелось бы сказать огромное спасибо за то, что вы поделились таким опытом. Я думаю, это будет очень полезно. Мы уже обсуждали с нашими коллегами, которые проводили лекции ранее, что вопрос именно привлечения, вовлечения ребят в такую деятельность проектную, он стоит достаточно остро. И, наверное, очень важным моментом является именно личная сопричастность, о чем вы говорили, о том, что ребята могут узнавать своих родственников на фотографиях в музеях. Тоже действительно очень важно. Важно, что после они разговаривают со своими родителями, потому что тоже, повторимся, мы уже обсуждали эту тему, что именно привлечение и старшего поколения семьи к такой работе, оно тоже очень важно. Большое спасибо, Юлия Расимовна, за наш сегодняшний разговор. Передаем большой привет Тунашонской средней общеобразовательной школе. Поздравляем вас с новосельем, пусть и 3 года спустя. Передаем привет вашим ученикам, выпускникам и всему вашему преподавательскому коллективу. Большое спасибо за нашу сегодняшнюю встречу. Спасибо большое. Всего доброго. Всего доброго.